сия освящается, компаны сия, древнего звона Даниловского, вновь возвращенный в обитель окроплением воды. Отныне здесь, в Даниловом монастыре, всегда будет возноситься молитва ко Господу о всех людях, усилиями которых были созданы эти колокола, спасены, сохранены и возвращены в Россию. It's a wonderful opportunity to see the bells come back to Russia from such a long time away from Russia. I think it's a real sign of cultural renewal in Russia. Я считаю, если Америка пойдет на встречу России, то же как Россия идет на встречу, значит будет лучше. Я вижу, с одной стороны только идет Россия больше с Америкой, Америка как-то от нас. Я не говорю, что все такие, часть людей.